Сегодня в программе. Какую древнюю народность называли чудью, чухарями и кайванами? И почему? Великие уроженцы Тихвина, дом, где провел детство Николай Андреевич Римский-Корсаков. Секреты производства самого масштабного за последние десятилетия промышленного объекта в области машиностроения. Здравствуйте, друзья! В эфире программа НЛО «Неизвестная Ленинградская область». Проект, в котором мы рассказываем вам о культурной жизни и интересных местах 47-го региона. Каждый, кто когда-нибудь на автомобиле путешествовал из Петербурга в Вологду, проезжал вот этот самолет. Что будет, если ехать не прямо, а повернуть направо? Верно, город Тихвин. О нем сегодня и пойдет речь. Первые поселения появились в этих местах в 3 веке до нашей эры. На месте нынешнего города жили племена древних вепсов. Они выращивали скот, занимались охотой, добывали меха, обрабатывали их и продавали. Славянские племена, которые оказались здесь в 1 веке до нашей эры, язык вепсов не понимали и называли его чудным. Отсюда у вепсов появилось еще одно название – чуть. Кстати, о древних вепсах мы вам прямо сейчас и расскажем. На территории Тихвинского района сохранилось множество старинных домов, характерных именно для этой местности. Постройка разделялась на две части – зимнюю с печкой и летнюю, где можно было просторно разместиться в теплое время года. В таких домах жили и русское население, и вепсы – финно-угорский народ. До 1917 года народ официально именовался чудью, несмотря на то, что само название этнической группы – вепсы. Сейчас и в документах, и в разговорной речи используется именно оно. Язык вепсов похож на финский, только с большим количеством русских слов. А вот карелы то, эти финны то понимают. Финны то приходили так, со мной говорили, можно понять. Как сказать по-вепски «я тебя люблю»? Меня синдей войняхта. Спокойной ночи, как пожелать? Спокойной ночи, так и говорим. Много слов есть русских и одинаковых вепских. В летописях 9 века жители этих мест назывались Весь. То, что финно-угорцы обосновались здесь много веков назад, подтверждают археологические находки. Сейчас в России насчитывается около 6 тысяч вепсов. В основном в Карелии и на северо-востоке Ленинградской области. Несколько деревень с коренным населением оказались в границах природного парка «Вепский лес». Усть-Капша, Нюрговичи, Корвала. Свои тут все поговорим по-вепски. И сын в Тихвине, и все это по-вепски. Невестка тоже вепская, но она не говорит так-то. С 12 века северные земли начали активно заселять славяне, культура народов смешалась. В краеведческом музее деревни Пашозеро наглядно показано, русские и вепсы настолько долго жили рядом друг с другом, что только внимательный глаз заметит небольшие отличия в домашней утвари и одежде. Если посмотреть на полотенца, которые у нас здесь представлены, вот вышивка красными нитками и на красном фоне, вот это элементы вепской вышивки. И вот у нас там есть прялочка синего цвета. Вот та елочка на балясине прялки, это вот тоже вепская частичка резьбы. Вепсы всегда любили красный цвет. Считалось, что он оберегает от злых духов. Коллекцию обережных кукол, характерных для севера России, можно увидеть в другом маленьком музее в поселке Шугозеро. Он находится в здании Тихвинского лесничества и разделен на два зала – вепской мифологии и природы. Самый известный вепс – Александр Свирский. Еще во времена жизни святого в народе распространилось православие, что, впрочем, не помешало сохранить и языческие традиции. Так, перед тем, как искупаться в озере, принято спрашивать разрешение у духа воды, а перед тем, как пойти за грибами или на охоту, бросить несколько зерен овса или мелких монет, чтобы задобрить хозяина леса. Бог воздуха Юма, бог огня, бог избы, большой лоб, он же бог леса, все это герои вепсского фольклора. Ну как здесь не вспомнить царя Бериндея, Леля и Весну Красну, персонажей оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка». Конечно, вспоминаются именно они. Тем более, что Николай Андреевич до 12 лет прожил в Тихвине, вот в этом доме.
Тихвин оказал огромное влияние на будущего композитора. Так, например, в основе оперы «Царская невеста» легенда о царице Анне Колтовской, четвертой жене Ивана Грозного, сосланной в Тихвинский женский монастырь. А увертюра «Светлый праздник» — это музыкальное впечатление о пасхальной заутрене в Успенском соборе. Есть несколько особенностей у нашего дома-музея. Одна из особенностей — это то, что со времен, когда здесь жила семья Римских-Корсаковых, а вообще дом был построен в 1801 году дедом композитора, никаких капитальных перестроек не производилось, это раз. Вторая особенность – это то, что наш музей относится к числу наиболее богатых, мемориальных, я подчеркиваю, музеев России. Будущего композитора обучали игре на фортепиано с 6 лет. Это были совершенно обычные занятия – гаммы, этюды, упражнения. Но Николаю Андреевичу было скучно их играть, поэтому он часто добавлял собственную мелодию к тем произведениям, которые необходимо было исполнить. А еще ради развлечения аккомпанировал домашнему любимцу – попугаю. Пройдет много лет, и наш Ника Римский-Корсаков станет уже знаменитым композитором. И когда он будет писать свою последнюю оперу «Золотой петушок», он вспомнит эту песенку тихвинского попугая и включил в качестве лейтмотива Додонова попугая вот эту песенку. В сюжете Пушкина такого персонажа нет. Это персонаж, который был введен Николаем Андреевичем в свою оперу. В фондах музея 328 мемориальных предметов, уникальные экспонаты, детская крестильная рубашка композитора, фамильный герб и рояль Беккер. О том, чтобы в этом доме был открыт музей композитора к столетию со дня рождения в 1944 году, переговоры велись еще до войны. Немцы, захватив Тихвин в ноябре 1941 года, пробыли здесь месяц. И вот в этом доме жили немецкие офицеры. Сразу же после того, как Тихвин был освобожден от немцев в 1942 году, сюда приехала комиссия, оценили ущерб, и начался ремонт. И в 1944 году, 23 июля, то есть когда в стране продолжалась еще война, одна из жесточайших войн, двери этого дома открылись как дом-музей композитора к столетию со дня рождения. Сложно себе это представить, но музей открылся в 1944 году, к столетию со дня рождения композитора, то есть во время Великой Отечественной войны. А в 1946-м здесь открылась музыкальная школа. Уроки проходили прямо между экспонатами. Сейчас музыкальная школа тоже существует, но, правда, находится в другом здании. В трехэтажном здании бывшей общеобразовательной школы сейчас находится детская школа искусств. О том, что она носит имя Римского-Корсакова, несложно догадаться по портрету. Здесь изучают 26 музыкальных специальностей. На занятия ходит почти 700 детей. Классом арфы не может похвастаться больше ни одна школа в Ленинградской области. Работать на родине знаменитого композитора – большая ответственность, уверены педагоги. 4 детских коллектива имеют статус образцовый. Ансамбли и солисты постоянно побеждают на музыкальных конкурсах. А духовой оркестр можно услышать не только на городских праздниках. Он выступал даже на Красной площади. Ученики школы выезжают на фестивали по всему миру, во Францию, Финляндию, Польшу, Германию, а также принимают иностранных гостей у себя в Тихвине. Самый яркий след в истории школы оставила делегация из Пуэрто-Рико. После выступления латиноамериканского ансамбля ручных колоколов преподаватели решили создать у себя нечто подобное. Коллектив назвали «Перезвоны». Несколько дней, буквально одной недели, мы срочно поучились играть, в первый раз увидев это все. И в конце недели их присутствие дали 2 концерта совместных.
Визиту музыкантов из Латинской Америки город обязан творчеству Римского-Корсакова. Пуэрториканский профессор Нелида Мунос де Фронтера устроила в Тихвине презентацию своей книги о русском композиторе. Впрочем, не классика единой живет музыкальная школа. Здесь проводят собственный джазовый фестиваль, фольклорный конкурс «Тихвинский лель», культурная жизнь кипит. Музыкальная школа всегда активно у нас существовала. Выступления, гастроли – это наша жизнь. Большинство преподавателей – выпускники этой же школы. В их годы выбор инструментов был существенно меньше. Лучше всего было развито отделение народных – гармонь, домра, гитара, аккордеон. Пожалуй, веселее всех занятия проходят в фольклорном коллективе «Медок». Дети изучают музыкальные, игровые и плясовые традиции. Кстати, у тихвинских фольклористов есть своя особенность. Они не проводят концертов в день Ивана Купалы. Языческий праздник здесь полностью вытеснил день явления тихвинской иконы Божьей Матери, которую отмечают 9 июля. В прошлой программе мы вам рассказывали о тихвинских монастырях – Веденском женском монастыре и Богородичном Успенском мужском монастыре. А сегодня мы побываем в Спасо-Преображенском соборе города Тихвина, главном храме тихвинского благочиния. Спасо-Преображенский собор был построен в 1748 году на месте деревянной церкви, которая стояла здесь с 16 века. Храм осветили, он стал соборным, главным храмом Тихвина. Позолоченные купола и трехъярусная колокольня высотой более 40 метров. Так когда-то выглядел храм. В 18 веке на этом месте был построен собор купцами тихвинскими в честь праздника Преображения Господня. И вот мы находимся сейчас в этом соборе. Построен вот этот четверик сначала. И площадь эта называлась Соборной. Он был красиво расписан в свое время. Сначала все это утрачено. Здесь вот на этом иконостасе была так называемая Стокгольмская икона. Это, по сути, была копия Тихвинской иконы, но была привезена в 18 веке купцами из Швеции. Там они ее выкупили и привезли сюда. Рядом с собором, тут, через дорогу, там была еще колокольня. Очень достаточно высокая, 40 метров. Потом к этому собору архитектор Буланов в 1880 году сделал пристройку. И получился вот сейчас ансамбль, который мы сейчас видим, который называется Преображенский собор. В 1939 году колокольня была взорвана, купола сломаны. В храме устроили двухэтажный кинотеатр, а вход организовали через алтарь. В 90-е кинотеатр пришел в запустение, здание начало окончательно разрушаться, его передали православной церкви. Вот сейчас мы снова в храме. Из истории этого собора еще известно, что здесь в 1902 году был праведный Иоанн Кронштадтский. Почему здесь посетил этот собор? Потому что здесь было благотворительное общество, которое помогало людям, нуждающимся. И он здесь послужил и благословил это общество. Мы сейчас восстановили эту традицию. У нас тоже при нашем соборе, при нашем приходе существует тоже благотворительное общество, так называемое «Дом милосердия», уже 20 лет, где мы помогаем нуждающимся. Нуждающимся, восстановить документы, найти работу и так далее. За время съемок этой программы мы несколько раз побывали в весне, один раз в лете и два раза в зиме. Погода здесь меняется постоянно, но есть вещи неизменные. И это афиша культурных событий Ленинградской области, которую вы увидите прямо сейчас. Концерты, ярмарки, средневековый рынок, костюмированные шествия и многое другое на международном историко-культурном фестивале «Русские ганзейские дни». Две сотни работ одного из крупнейших русских художников 19 века. К 175-летию со дня рождения в Русском музее персональная выставка Василия Васильевича Верещагина. Что такое клишичка и пьексы? По одному экспонату из 29 музеев Ленинградской области. Другие тайны и загадки областных музеев в одной выставке. В театре «Комедианты» премьера комедии положений «На чистую воду» или «Самая счастливая семья». Действие спектакля происходит в обычной хрущевке. Взглянуть по-новому на свою жизнь ее обитателям поможет гипноз. Стабилизируется давление, падает холестерин до нормы, дыхание ровное.
семье Бызовых случилась неприятность. Хозяин квартиры отпраздновал получку и спрятал заначку от жены, а утром не смог вспомнить куда. Отчаявшись найти деньги, его супруга обратилась за помощью к гипнотизеру. Объявление вырезала из газеты. Такие маленькие приметы времени заставляют зрителей вспомнить атмосферу конца 90-х, сеансы Кашпировского и других экстрасенсов. Веки закрываются, закрываются веки. Закрой глаза, маленьких. Глаза и веки – это одно и то же. 90-е, там, нулевые годы. Это столько на это было потрачено эфира, и столько людей на это подсело, что я думаю, что это у любого из нас в подсознании находится. Ответа на вопрос, где деньги, супруги оказывается мало. Дальше она хочет выяснить, действительно ли ее Борис служил в элитных кремлевских войсках. Сколько он на самом деле получает и был ли у него роман с соседкой. В итоге выясняется, что паразит, который всю жизнь испортил, и его скандалистка-жена стоят друг друга. Я как-то на нее посмотрела, на эту пьесу. Мне показалось, что она какая-то забавная пьеса, какие-то такие отношения очень русские. И я на это клюнула. А я-то всем бабам на работе говорю, у меня мужик в кремлевских войсках служил. В кремлевских войсках служил. А где ж ты служил, скотиняга? Ну-ка, спросите-ка его. Где он служил? Комедия о том, как бой баба и ее пьяница-муж узнают друг о друге много нового, уже побывала на гастролях Волосова и Всеволожске. Спектакль поставлен по пьесе «Детектор лжи» Василия Сигарева. Такая пьеса нам нужна. Мы ее возим в область, и это прекрасно принимается. Тем более, что в конце пьесы гипнотизер говорит такие важные вещи о том, на чем должна строиться жизнь людей, которые собрались эту жизнь провести друг с другом. В конце спектакля гипнотизер работает уже со зрителями и внушает им, что нужно любить своих близких, не обманывать друг друга и быть счастливыми. Если верите в паранормальные способности, обязательно приходите. Конечно, одним из символов Тихвина является Тихвинский вагоностроительный завод. Самый крупный машиностроительный промышленный объект, введенный в эксплуатацию в Европе в последние десятилетия. И, как говорят специалисты отрасли, самый лучший вагоностроительный завод в мире. История завода уникальная. Завод создавался по постановлению Совета Министров в 1963 году. И на отдельной территории промплощадки развивался. В 80-е годы прошлого века завод был частью Кировского завода ленинградского. Ну а дальше, как вы понимаете, падение спроса на продукцию. Выпускал он трактора «Кировец». И, соответственно, в 90-х годах некое прозябание завода, потеря персонала. И завод, в принципе, в численностью в 22 тысячи человек превратился в завод, где работало где-то порядка 500-600 человек. Ну и в 2008 году новая история завода, создание завода, проектирование. И в 2012 году президент Российской Федерации официально открыл завод. С этого года у нас начался массовый выпуск вагонов. Его строительство началось в январе 2008 года, а уже в июле того же года введено в эксплуатацию экспериментальное производство мощностью 100 вагонов в год. Сегодня завод производит около 1000 грузовых вагонов нового поколения в месяц. Если продукцию Тихвинского вагоностроительного завода может каждый увидеть на железной дороге, то вот эти плакаты видят не все. А здесь есть на что посмотреть. Завод из себя представляет несколько производственных площадок. Это и литейное производство, и производство грузовых вагонов, и производство вагонов СССР. А кроме этого, на заводе работает порядка 11 тысяч человек. По сути дела, это люди, которые были из других регионов привлечены, тихвинские жители, которые получили заново образование, вернулись на завод и стали частью нашей большой и дружной семьи. В настоящий момент, помимо людей, которые работают непосредственно на заводе, очень много завод оказывает влияние и на развитие мелкого и среднего бизнеса в городе, очень серьезно помогает в развитии инфраструктуры. В частности, мы социально значимый завод, и поэтому у нас есть договоренности с администрацией и областной, и городской, когда мы выделяем финансирование на реализацию крупных социальных объектов. Ну вот из последних могу привести, что мы сейчас восстанавливаем дорожное полотно, соединяющее город и завод.
Ведь после того, как вы посмотрели этот сюжет с Тихвинского вагоностроительного завода, представьте, насколько более интересным станет ваше путешествие на поезде. Вот лежите вы на полке где-нибудь, на верхней, да? Смотрите, как мимо вас проходит товарняк. А там написано ТВСЗ. И вы понимаете, о, Тихвинский пошел. Укрепление экономических и политических связей – историческая роль города Тихвин. С 1811 года через реку Тихвинка проходил один из трех водных путей, соединяющих Балтийское море с Волгой, Петербург с Центральной Россией. Тихвин и сегодня сохраняет свои позиции и входит в перечень городов так называемого Ганзейского союза нового времени. Это международная организация, цель которой – поддержка торговли и туризма. Ганзейский союз нового времени объединяет 176 городов из 15 европейских государств. Штаб-квартира расположена в Германии, а 8 и 9 июля 2017 года в Тихвине пройдут 7-е русские Ганзейские дни. Ганзейский союз нового времени объединяет 176 городов из 15 стран. Штаб-квартира союза находится в Германии. А с 7 по 9 июля здесь, в Тихвине, пройдут Ганзейские дни 2017 года. Музей моды и стиль готовится представить коллекцию «Русская Ганза». На платьях изображены достопримечательности ганзейских городов и их гербы. Для Тихвина выбрали, конечно, Успенский мужской монастырь. Для Твери – памятник Афанасию Никитину. Для Великого Устюга – терем Деда Мороза. Сейчас мастерицы заканчивают оформлять Калининград. Мы хотим дошить еще 6 городов, недостающих в нашей коллекции. Это такие города, как Тотьма, это Ивангород, это Калининград. Когда вот нас пригласили на Ганзейские дни в Новгород, и когда мы увидели, и нам захотелось почитать, захотелось посмотреть. И вот мы настолько прониклись духом вот этого Ганзейского союза, поэтому нам очень захотелось, чтобы в студии была коллекция. В Русском Ганзейском союзе 14 участников. Среди них Белозерск, Великий Новгород, Вологда и Псков, Смоленск и Порхов. В список городов попали и те, кто не входил в союз, но торговался средневековой Ганзой и сумел документально подтвердить торговые отношения. Тихвину сделать это было совсем несложно. Это общеизвестные факты на самом деле. На то, что тихвинские купцы торговали с Северной Европой. То, что в Стокгольме, который был ганзейским городом, был гостиный двор, принадлежавший тихвинским купцам, в котором тихвинские купцы проводили практически все лето и даже часть осени. Костюмированное шествие делегации русских ганзейских городов пройдет по исторической части города, которая на 2 дня изменится до неузнаваемости. На площади Свободы и Орловской улице воссоздадут ярмарочную атмосферу древнего города с выступлениями фокусников, петрушек и лицедеев. А вот здесь, на берегу, устроят средневековый рынок, где можно будет купить старинные украшения, оружие и сувениры. Помимо этого, в программе концерты фольклорных коллективов, конкурс ремесленников, фестиваль реконструкции и открытие Ганзейской библиотеки. Это собрание книг об участниках Союза. Фотоальбомы, энциклопедии прислали множество городов мира. Последние поступления пришли из польского Славна и голландского Зволля. Например, фотоальбом с видами города Зволля разных лет. С 1939 по 1969. Богато иллюстрированное издание. Это тоже шикарно изданный фотоальбом, который рассказывает о достопримечательностях города, о городе как о промышленном центре. Совершить литературную экскурсию по Ганзе можно будет в библиотеке ТЭФИ. Это, кстати, новая городская достопримечательность. Она открылась 2 года назад и стала не просто библиотекой, а современным культурным центром. Оригинальное имя выбрали сами жители в честь поэтессы начала 20 века, писавшей под псевдонимом ТЭФИ. Некоторое время она жила в Тихвине. Для проекта готовят отдельный стенд. В собрании уже порядка 500 изданий. В Ганзейской библиотеке уже есть книги из 70 городов России, Польши, Германии, Франции. А эта энциклопедия пришла из исландского города Стикисхольмюр. Она рассказывает о его жителях. Книга написана, разумеется, на исландском. И теперь она ждет человека, который сможет ее прочитать. Современный Ганзейский союз прежде всего направлен на развитие туризма и межкультурный обмен. И все же девиз фестиваля – торговля лучше войны. И в этом году его посвятят 400-летию подписания Столбовского мирного договора. А мы уже в 50 километрах от Тихвина, в месте, где 400 лет назад, в 1617 году, был подписан Столбовский мирный договор. Очень важный для России, он положил конец смутному времени. По нему Швеция вернула России Новгород,
Зато забрала Ивангород, крепость Орешек и Копорье, а также всю Неву. Россия оказалась полностью отрезана от Балтийского моря. Позже это исправил Петр I. И вот около деревни Столбово в 2017 году в память об этом событии был установлен крест. Мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск НЛО и напоминаем вам, что если у вас есть интересная история или какое-нибудь секретное место в Ленинградской области, которое вы готовы рассекретить, напишите нам об этом в письме или в социальных сетях. А мы приедем и обязательно это место снимем. До встречи!